Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение. Так и скажите, так, да или нет. Говорю, да. Да? Сергей Евгеньевич. Уважаемый Владимир Владимирович, говорите, говорите прямо. Согласился бы с предложением Николая Платоныча о том, что нашим, так сказать, западным партнерам можно дать последний. Мы должны принять то решение, о котором сегодня говорится. Что значит, в противном случае вы предлагаете начать переговорный процесс? Нет, я... Или признавать суверенитет их республики? Да, я поддержу... Говорите прямо. Я поддержу предложение о признании... Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение... Так и скажите, так, да или нет. Говорю, да? Поддерживаю предложение о вхождении... Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Да, да, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет. Да. Я поддерживаю предложение о признании независимости. Хорошо, пожалуйста, садитесь. Спасибо.